Всем здорова, это канал MoneyTime, и в сегодняшнем видео вы узнаете о крутом способе, с помощью которого вы сможете заработать $1 за пару кликов. Так что смотрите это видео до конца, таких шансов мало выпадает в интернете, так что давайте начинать, погнали! А перед данным видеороликом хочу посоветовать своего коллегу ForexPanda. Это канал, на котором вы сможете научиться торговать, точнее трейдить на Форексе и, в общем-то, получать курсы абсолютно бесплатно. На моем канале такой тематики нету, и поэтому я вам рекомендую и ссылку оставлю в описании. Переходите, если это интересно. Зарабатывать мы будем на приложении, которое называется Swissborg. Swissborg запустил бессрочные контракты по типу как у Bitforex, но суть в том, что у них проходит конкурс, кто больше всех наберет поинтов. Этот конкурс разыгрывает очень хорошие призы, и там разыгрывается, конечно же, очень много денег. Как минимум мы сможем там заработать 70 центов, а я рассчитываю, что каждый мой подписчик там сможет заработать 7 баксов. Так что рекомендую вам именно этим способом поинтересоваться, потому что очень легко эти деньги можно заработать. Давайте начинать. Скачиваем приложение с Google Play, если у вас на устройстве оно недоступно. Допустим, у меня на эмуляторе такая же проблема, то переходите в браузер, вписывайте Swissborg APK, то есть скачивайте APK файл, его уже устанавливаете, и нету каких-либо проблем. Здесь уже в приложении мы жмем кнопку Get Started, и уже начинаем выбирать курс биткоина. Один раз в день вам понадобится выбирать курс биткоина, куда он пойдет вниз либо вверх. Это, в принципе, ничего не даст, это как опросник, что ли. И, в принципе, таким образом мы показываем активность. Допустим, давайте сейчас выберем и уже ждем примерно 20 секунд. В принципе, нам вообще пофиг, пойдет он вверх либо вниз. Нам сейчас предложат зарегистрироваться, мы это и сделаем. Как видите, мы успешно угадали, и здесь уже выбираем наш номер телефона. Здесь Казахстана я не нашел, но при этом казахстанский номер у меня содержит семерку в начале, и поэтому я думаю, без проблем это все прокатит. Сейчас ввожу свой номер телефона, далее жму эту галочку и Next. После этого вводим код из сообщения, и здесь уже у нас выскакивает новое поле, и здесь нужно ввести наше имя пользователя. Жмем кнопку Next, далее, и вводим наш email. Еще раз Next, и здесь выбираем этот вариант ответа. И, конечно же, вводим код, который нам даст 3000 поинтов. Его сейчас я сам введу и жму кнопку Next. Как видите, 3000 токенов я получил, точнее, поинтов, извиняюсь. И жмем кнопку I'm ready. Далее, что нам требуется сделать? Мы ежедневно должны сюда заходить и нажимать кнопку Forecast Bitcoin. То есть выбираем курс биткоина, либо он пойдет вверх, либо вниз. Вообще без разницы, главное сделать выбор ежедневно. Также, когда вы будете получать новые поинты, вы выбираете новый уровень. То есть у меня уже третий уровень доступен, и мы его уже выбираем. Ежедневно мы сюда, в общем, заходим, делаем прогноз и получаем данные поинты. И через неделю мы сможем получать за день не 200 поинтов, а 800. Этого, я думаю, будет достаточно, чтобы заработать хотя бы 7 баксов. В данный момент в приложении очень мало народу, а для тех, у кого есть, так сказать, огонь в глазах, вы действительно сможете здесь очень хорошо зарабатывать, потому что лидеры здесь получают огромные деньги. Допустим, хотя бы займете от 10 до 100 места, то вы уже получаете 54 бакса. Это довольно неплохо, так что рекомендую вам создать задание на буксе. Это самое простое. Поставьте оплату там пол рубля, можно даже меньше, и при этом получайте новых рефералов, которые здесь будут регистрироваться, и, соответственно, вы получите новые поинты 3000 за каждого. В общем, вот такое очень простое приложение я вам рекомендую. Таких шансов очень мало в интернете выпадает, так что используйте его. И поэтому сейчас быстренько начинаем ежедневно заходить. Я думаю, мы не пожалеем, если начнем реально здесь действовать. Ну и в общем, на этом моменте я заканчиваю данный видеообзор. Не пропускайте новые видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем счастливо и всем пока!